меня не всеми руками его удерживать, цепляться за него. И два дотрагиваясь, чтобы это были просто легкие импульсы. Легко-легко маневрирую, не вцепляясь в ваш рун. Да? А едва-едва дотрагиваясь, просто переводите. Раз, раз, раз. Скорость увеличивается, ускоряемся, ускоряемся. У кого-то партнер идет вниз, у кого-то вверх. Не забывайте о том, что кроме идти вперед, есть другие движения. Нет, а партнера быстро, почему так медленно? Поехали, поехали, сюда стряли. Идем, 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 идем. Смена партнера. Кто застрял, кто не, уже не думает ни о чем. Внимание на хлопки очень большое. Уже была смена партнера, пара потерялась. Почему первый не закрывает глаза, не забываем? Так, мы не спим, мы все здесь и сейчас. Тот, которого ведут, он не спит, он просто отдает свое тело в другие руки, но он все слышит и видит. Внутренним трением. Окей, стоп. Стоп. Значит, выполняем сейчас задачу. Значит, один вопрос, смена партнера. Два хлопка, найти другого партнера из другой пары и продолжить движение, не останавливаясь, не договариваясь, не произнося слов и не озираясь, так, по 3 минуты. Больше чем 1 секунду смену партнера должна занимать. На 3 лечь на пол, еще раз на 3 встать и продолжить движение. Понятно? А кто ложится на пол? Когда после двух хлопков. Всех. Еще раз. Один хлопок внутри пары смена. Два хлопка, смена партнера с другой парой, понятно? Три хлопка лечь, два, три хлопка встать. А можно и продолжить движение? Тоже. Нет. Честно. Нет. Спасибо. Значит, держись на прессе. Окей, готовы? Встали в пару. Первая пара готова. Начали. Человеку одного вам в одну и ту же роль очень-очень много. И при этом текст. Понимаете? И вот надо научиться этой многозадачности. Упражнение краткое для многозадачности. Дай вам палец.